В 17 серии 2 сезона сериала «Реализация» под названием «Охота на призрака» вы узнаете о том, как нотариуса Антона Жильцова, свидетеля по делу банды черных риэлторов, братьев Голубицких преследуют неизвестные бандиты. Он обращается за помощью к следователю Федотову. Федотов сообщает бездарю о компрометирующей того видеозаписи, предлагает написать чистосердечное признание. Опер отказывается, Жильцова убивает Филатов, но руководство не разрешает команде «Красавца» заниматься расследованием этого дела. Убийство оказывается инсценировкой, цель которой – защитить свидетеля, находящегося под госзащитой. Однако вскоре Жильцова убивают по-настоящему. Подозреваемым становится бывший зэк Костя Рыжов, но у него железное алиби. Вторая версия – это утечка информации о местонахождении свидетеля от одного из сотрудников, задействованных в спецоперациях. Галя Филатова становится случайным свидетелем убийства своего руководителя, выдает себя бандитом, но успевает сбежать. Брага требует у красавца крупную сумму денег в обмен на молчание о том, что убил Лаптева, и дает 3 дня на решение вопроса.